Привет всем! Сегодня на обзоре компактный, но чрезвычайно мощный караоке Boombox Music Storm Q7. Ни слова по-английски, сделан чисто для китайского рынка, но это гениальное устройство, так как у него здесь расположен сабвуфер, реально сабвуфер, 30-ваттный, 4-омный, и плюс по бокам стереодинамики 10-ваттный, каждый 10 по 10 ватт, то есть совокупность это 50 ватт. Но какого звука, это было нереально, когда его послушали и осознали, как может звучать вот бумбокс такой толщины и такого размера. У него регулируются низкие и высокие отдельно, можно эквалайзером мегабас добавлять. Ну вот сейчас вот так вот он играет. А теперь накинем немножко тембров. Итак, прибавим теперь высоких частот. Высочайшая детализация звука. А теперь накинем баса. Это еще не бас. Вы чувствуете? Причем аппарат не захлебывается, прокачивает очень глубокие низы на большой громкости. Если хотите на маленькой громкости послушать большой бас, можно убавить этот или прибавить, но если... Второй тип мегабаса добавляет на малой громкости... Вот даже на единичке идет хороший бас. В общем, звучание этого аппарата просто бомба. Вкупе с караоке-микрофоном отличного качества, пультом, наличием Bluetooth, входом для микрофона или для гитары. Ну, тут как, вообще-то микрофонный вход. Так, режимы переключаются кнопочкой M. Bluetooth. Линейный вход. Ну, радиоприемник. Здесь прием не особо хороший. Вернемся к флешке. Значит, логика кнопок такова. Это регулировка плюс и минус громкости микрофона, это громкость минус эхо. Здесь, по-моему, здесь не помню что, но что-то есть. Проверим позже. Вот, значит, громкость. Repeat random. Random это клево. Значит, что мы сзади имеем? Фаза инвертор. Ходы для флешки и microSD-карты. Вход AUX. Разъем питания и включение. Антенна телескопическая. В некоторых версиях ее нет, потому что антенна может быть встроенной. Так, значит, батарея стоит внутри. Литий-ионная на 2200 миллиампер, 14,8 ватт. Частотные характеристики 20 на 20. Аппарат просто
невероятно крутой. Он даже... Здесь гравировка серийного номера есть. Запатентованное изделие. Целая линейка подобных бумбоксов. Гипермощных по басу, да и звук, в принципе, очень громкий. При компактных размерах. Дыхание Базенвертера просто титаническое. Вот. Так что такие вот пироги, ребята. Заказывайте. В России вряд ли у кого-то второй такой будет. Пока. Адрес нашего интернет-магазина под видео. Счастливо!